Серафим Саровский. Как много в этом имени для русского человека. В нашем сонме святых нет, наверное, более русского, если можно так выразиться, святого. Мы почитаем больше всех Пресвятую Богородицу, чтим Николая Чудотворца, Илью Пророка, но батюшка Серафим нам ближе и исторически, и, конечно, географически. На иконах батюшку Серафима мы видим как простенького согбенного старца, не в блистающих одеждах, но в крестьянских лаптях, иногда с топориком за поясом, молящегося на камне или кормящего медведя. Такой вот скромный пастырь стал нашим, русским, богословом и златоустом. Он доходчиво и понятно, буквально в нескольких словах, объяснил все богословие. «Обрети мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». И для богатого, и для бедного, и монаха, и мирянина, и мужчины, и женщины, старец был таким утешением, такой помощью, что спустя столетия с его блаженной кончины в любом храме мира можно увидеть его икону. Русскому старцу молятся и в Африке, и Америке, и Австралии, и на Афоне. Но больше всего батюшку любят и чтут, конечно, на родине. А день его памяти – в день рождения курянина Прохора Мошнина, батюшки Серафима. Божественный свет, сия жилище Твое преподобнее, егда болящий ти надре смертнем, лежащий сама пречистая Дева, пришедший к Тебе, со святыми апостолами Петром и Иоанном рече, сие с от рода нашего и главе Твоей, коснуся, обижи, исцелев, воспел, если благодарни Господеве, аллилуйя. Также сегодня празднуется память всех святых землекурской просиявших по месту рождения или служения. Можно вспомнить преподобного Феодосия Печерского, который здесь жил на Курской земле до ухода своего в монастырь, в Киево-Печерскую лавру. Это святой Луки, который несколько лет трудился на Курской земле. Это связанные его труды с землей Фатерской, это город Фатеш, Верхний Любаш. Это святитель Дамиан Воскресенский, который родился у нас в Фатерском уезде в селе Грузовое. Собор курских святых был учрежден в 2003 году по ходатайству митрополита Курского и Рыльского Ювеналия и благословению патриарха Московского и всей Руси Алексия II в память столетия канонизации преподобного Серафима Саровского. Празднование было установлено в день обретения мощей и прославления святого Серафима 1 августа. Это, повторюсь, и день рождения святого. А еще ровно 10 лет назад был освящен храм Серафима Саровского и собора курских святых. При большом стечении народа и духовенства состоялось это торжество. В день рождения праведника земли русской Серафима родился настоятель храма протоиерей Владимир Моносилов. Удивительный человек, подолгу сочетающий в своем служении и пастырство, и администрирование большого прихода, и обязанности, связанные со строительством новых зданий общины. В этом им помогают клирики храма, и все вместе уже 10 лет они несут свет веры Христовой миру. Многое и благое лето протоиерею Владимиру. Батюшка Серафим, моли Бога о нас.